Во вторник в Самарской области сохранится теплая погода. Будет безоблачно, сухо и комфортно. В дневное время 23-27 с плюсом, ночью 14-16 выше 0. В Сызрани безоблачно, днем плюс 27 градусов, ночью плюс 15. Ветер южный, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти ясное небо, днем 26 тепла, ночью плюс 17 градусов. Юго-восточный ветер 3 метра в секунду. В Самаре ясное и без осадков, днем 25 градусов тепла, ночью плюс 13. Ветер юго-восточного направления 3 метра в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 30%, в геомагнитном поле прогнозируется возмущение, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.